самый главный для меня праздник – это день рождения. Я жду подарки, гостей. Новый год. Ну-ка, почему? Потому что Новый год – это когда начинается Новый год. В Новый год приходит Дед Мороз и приносит подарки под елку. Наверное, самый нужный праздник – это 8 марта для женщин. Потому что если бы женщин не было, то мы бы не размножались. Ну, мне нравится Новый год, потому что много подарков, много каникул и много гостей. Самый нужный. Мне кажется, таких нет. Все праздники по-своему нужны. Нужный день рождения. Потому что там очень весело, и тебе исполняется 6 или 5 лет. 9 мая. День Победы. Потому что мы выиграли мировую войну в 1941, а закончился на 1945.